Хей, ОГС, с вами Шамик, мы продолжаем родить игру под названием The Last Fight. Ну что? Что же скрывается за дверью? Сейчас узнаем. Записка дочерней ночного прилива. Увы, все наши ритуалы были напрасны, и мы сестры погибли, сгорели в огне. И... уродстве и у нас. Нашему оружию и выдержке нет равных. Я должен отомстить за гибель сестер. Продолжить нашу работу, заручившись поддержкой тех, кто вызовется. Можно сказать, это взаимовыгодный обмен. Нерожденная половина знает. Так, нерожденная. Это культовые артефакты успешного эксперимента благородной семьи. Детей мумифицировали... высушивали, а затем погружили в темное порошкообразное вещество. Даже в таком состоянии они излучают ауру, силы и стороны меньшинства лоры хранения. Так это уже было. Это не чары. Это как эта хрень. Это не чары, но нам уже такую давали. А вот у нас их две штуки. Ой, кстати, я же не проверил, можно ли улучшить этот предмет. Ну, смотри, там где-то такое же расстояние, да? Нет, чуть больше. Что здесь? Ни хрена себе. Это мертвец, да, по идее? Леди Доротея. Это второй мертвец, который мы находим. Ваша вежливость высоко оценена. А у нас маска. Custom. Вежливость? Я не хочу чего покупать. Нужно сильнее желание, молодой человек. Подойдите поближе. Я особняк. Я мастер. Я хранилищница. Называй, как вы желаете. И все же, вижу, ты в нужде. Не время для пустых бесед. А когда застала нужда, поможет только заклинание. Вы ведьма? Какое грубое слово. Я хотел помочь всезнающему и всевидящему, который считался лучшим из нас. Но он убил моих сестер, моих же... ему даром, мечом. Что это за оружие? Зловещая сила. Говорят, она распространилась среди живых существ. Разнеслась подобно... опухоли в сердце людей, таких как ты. Мы придумали собственную религию. Богов не существует. Я чувствую ношу на твоих плечах. Сила необъяснимой вещи, скиталец. Это не стадо овец, которое нужно пасти, и не преступник, какую надо допросить. Она просто есть. Я чувствую непоколебимость, но все еще непостижимое желание в своем сердце. Ты знаешь, что там? Нечестная просьба, тени мечутся сзади вперед. Трепет, который не прекратить. Желание — это сильные сущности, которые можно усилить или уничтожить малейшим толчком. Тебе нужно заклинание, способное помочь преодолеть преграды. Подойди, посмотри, что есть у меня. Дать засушенную печень, купить предметы. А, у нее можно купить сящую руду. О, у нее можно купить еще разные вещи. Порошок темных слез. Это был? Хрупкий самозап, способный вызвать проклятую силу, полученный по слухам за агрессивное непонятного существа. Манипулируя силой древней реликвии, сплавляя и изменяя их. Многие древние силы из легенды были и не более чем... Ага, это было. О, нифига. Взрывные кольца. 6000. Проклятые фаланги. Запусти шар темной силы, взрывающийся при ударе. Вызывай две сгустка пламени, поражающие все на своем пути. Опасный, но эффективный защитный предмет, используемый ночным охотником, звездорожденным в погоне за Нова Эларис. Несмотря на скромные размеры, настоящие должны обладать недюжимой физической силой и выносливостью, чтобы выдержать боль при вызове огненного заклинания. Отсеченная рука главной дочери ночного прилива, спрятанная ее сестрами, чтобы она не стала
предметом культа. Рока призывает запретную силу, полученную в результате бессрочного договора ведьм с тьмой, сокрытой глубоко под землей. Короче говоря, окей. 100 урона, 225 урона. Разум, интеллект. Вызывает два сгустка пламени, поражающих все на своем пути. Запускает шар темной энергии. Ну, в принципе, это можно купить будет. И в итоге мне нужно сколько? 15500. Ну, убьем босса, считай, и можно будет купить. Так, дать засушенную печень. Кстати, вот эти детишки, которые засушенные, да? Бабёха же была, походу, ей как раз нужна была. С коляской, которая, только я вот не помню, где она была. Прям, ну, благодарна, дорогой, я чувствую ее непостижимую силу. Ах, однако боюсь, что ее потенциал еще не полностью познан. Твой поиск еще не закончился. Уйти. Купить предмет. Может, новые товары появились? Нет. Хотя бы что-то бы давали, я не знаю, но типа... Это как-то нечестно. Подожди, а где же тогда у нас этот? Подожди, тому нужна книга, а у меня книги нету вроде бы, да? Мы встретили снова, чем я заслужу такую честь? Вот и. Мне надо понять, где мы видели эту женщину с ребенком. Здесь? Вроде бы нет. Вроде бы здесь, за стенкой с правой стороны. А, да, вот, вот это, да, мы открыли. Так, сдать нерожденную полночную знать. Я боюсь, что больше никогда не увижу столь драгоценный ребенок. Не возьму его на руки, никогда еще не знакомясь, не был ко мне так благосклонен. Плюс 200. Ну да. О, нифига их оказывается. Если одна свеча это один челик, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11. 22 засушенных челика должно быть в игре. Хрена себе. Хрена себе. Да, это много. Купить предмет. Оп, стоять. Дать чертеж прототипа. Редкая находка. С ней можно стать гораздо сильнее. Улучшить оружие. О! Чертеж прототипа. Все. Мы отдали ему. Я могу прокачать. Не хватает. Но я прокачаю. Я точно прокачаю оружие. Пока я могу качать оружие, я буду тогда оружие качать. Заклинания эти сраные я потом понакупляю. Так, у нас теперь есть рывок. Что мы можем с ним сделать? Мы можем с вами сделать что? Правильно, полететь с самого начала. Хотя мне нужен там... Или без разницы. Ну вон и есть, видите, темный участочек. Можно с него тогда начать посмотреть, что там просто. Хотя бы. Блин, ну мне двойной прыжок надо. Тут без двойного прыжка ни хрена не сделаешь. Если честно. Путешествие... То там есть что-то, но мне нужен этот двойной прыжок. Двойной прыжок, рывок, двойной прыжок. О, допустим, здесь мне нужен двойной прыжок и рывок. Так я туда не попаду. Короче, я думаю, пока лучше идти по сюжету.
но я хочу улучшить оружие. Так, а вот вопрос, куда мне идти? Это уже второй вопрос. Вон есть какие-то проходы. Две тропинки вниз или это ямы. И? Только не говори, что мне нужно только идти убивать на этого чедика. Чедика-чудика. Рано, мне кажется, нет? Прыжок-рывок. Болото. О, точно. Лучше идти в болото. В ледяную я не хочу локацию идти. Пойдем в болото. Там, где нужно как раз был рывок. Лучше так, чем никак. Лучше так, чем никак. Да, мне урона хватает, чтобы этих одолеть. Всего лишь за какие-то жалкие два удара. Если еще оружие улучшу. Ну да. Так, так. Я не знаю, что бы оно мне сделало, но я знать не хочу. Скорее всего, проклятие бы наложило. Гадкое убожество. Проклятие крови наливает мне. Эй, блин. Ух. Как это работает? Меня ж не ваншотнет? Ну типа мороз, он замораживает тебя, и ты медленнее. Неужто мне сейчас бабахнет хпшка и все? Нет, странно тогда. Может быть, я просто бы... больше урона получал бы. Я понял, что хрень делает. Проклятие огня набрасывает. Проклятие огня мне не надо. Но оно очень медленно набрасывает, потому что у меня сопротивляемость, по-моему, там пиздец какая. Ну да, 236 сопротивления. А вот к морозу, электричеству, у меня слабость жесткая. Ну плевать. Хотя насчет холода нет. Плевать.
Когда такая музыка, это значит сейф зона. Это значит, мы сейчас полетим и купим прокачку себе оружия. Я прокачаю оружие себе. Кстати, а что этот чел хотел? Ты станешь еще сильнее, Эрик. Вот, возьми и используй с умом. Ось федеративного броса. Я рад снова увидеть тебя. Спросить об инфекции, об эфирном орудии, главной ордене. Он мне не шаги дал. Я думал, еще что-то даст. Так. Улучшить оружие. 39. Ну, плюс хороший урон, кстати. Почему нет? Не могу. Но я могу еще прокачать. Мне нужна руда. Покупать руду ему него надо. Нет. Потом, пока прокачиваем оружие. Пока я могу, я прокачиваю оружие. Так, подожди, где был? Вот она. Либо туда, либо сюда. Гниющая карга. Есть ножом по телу. Ага, вот сюда я могу запрыгнуть. Потому что у меня есть еще чего сюда запрыгнуть. Что я должен делать, алло? Не запрыгну дальше. Душный какой-то шарик. А, так я могу этот шарик просто атаковать. Всё. Сразу сказали. Или лучше по низу? Или лучше по низу? У нас три прохода. Замок, пещеры. Я не понял прикола с рывком. Почему рывок не заработал? Богу не приеду. Я
Либо я не могу сделать рывок, отпрыгнув со стенки еще раз. Как вариант. Я заполучу, что там спрятано. Стоп. Это уже выход с этого места. Иди в шопу! Ну, ёлыпал, ну вы что делаете, мистер? Тогда мне остается вопрос, а как я туда должен попасть между... Там есть... куда залезть, но я туда залезть не смогу. Мне уже хватит на прокачку. Ожог на самом деле это самая неприятная вещь пока в игре. Я хочу книгу, я хочу открыть бестиарий. Вы понимаете, что у нас почти на целую серию уйдет почитать бестиарий? Я думаю, да. Что у нас тут? Обычная руда, понятно. Хотя я уже могу пойти тэпнуться. Можешь пойти в натуре тэпнуться, пока я не так далеко? Или плевать, идем дальше. Так, подожди, я отсюда пришел. Да. Мы отсюда пришли. Письмо жителя Тельвиниля. Цена научного прогресса крайне высока. Скверно лишает человечести тех, кто попал под ее влияние, продолжая высасывать ее из остальных. Что здесь? А? Гексоствольный карабин. Огнестрельное оружие используется защитниками Эрлима. Считалось, что оно было... безвозвратно утеряно, однако карабин восстановили, когда подняли его с морского дна. Оригинальные пули должны были глубоко входить в тело противника, находясь смертельные раны. Этот артефакт кажется более совершенным, чем позволил уровень развития тех, у кого он стоял на вооружении. Хера себе. 40 урона требуется одна пуля, но... можно попробовать. А ну. Ну, хз. Может быть прикольно, может нет.
Ой, так мне еще нужно целых 3 рычага найти. Понятно. Так, здесь, я думаю, можно уже убрать. Мы с вами уже нашли. Куда ползти? Уже нашли, куда ползти. Так, подожди, что такое вот эта хрень? Навык парирования. Пойди, есть парирование, которым мы вообще не пользуемся. Потому что, ну ладно, я считаю его бесполезным. Хотя тут есть специальный этот для парирования. Хотя тут есть хрень для парирования. Ботинки, стреляющие пулями. Нужно 3 камня. Покупать у него камни, получается, будем. А что делать? Пока прокачивается, надо прокачивать. Типа ХП вкачать и всю эту хрень я смогу как-нибудь потом. Урон, да. Урон это надо. Урон это в любом случае нам надо. Бля, сейчас наверх заново лезть, это все дело. Но зато я понял, что эти шарики сраные можно просто разрезать. Странно, как я второго задоджил. Интересно, как я задоджил второго. Почти хватает. Бля, мне руды нужно купить, хрен знает сколько. Зараженная ведьма. О, камень. Вот теперь мне, по идее, должно хватить на прокачку. И бомбы не используем, потому что они тоже нам нахрен не сдались. Мне нужен двойной прыжок. Еще одни. Перегородку надо сделать.
А, то есть дальше там что-то есть, скорее всего. Бля, я не знаю, есть ли там что-то. Если показывать, скорее всего, что-то есть. Или там просто пустота. Тогда вопрос, а как я должен попасть в основные ворота? Да вроде бы дверей больше никаких нету нигде. А, вон еще лестница в ниндзя была у нас. Над сейвом. Под сейвом. Очняк. Так, пойдем, мне должно сейчас хватить камней. Один я купил. Второй мне выдали. Оружие надо до максимума, качать сколько я могу. Можно. Плюс 12 урона. Сюда. Нужный чертеж. Редкий чертеж прототипа. Ага. Понятно. Ладно. Короче говоря, пока что прокачки можно забыть. Ой, ну... Ну да, прокачка хорошая. На заточку. Можно забить. Ну, хотя мне ресурсы надо все равно покупать. А ценники уже кусаются. На повышение левела. Бля, я так и побег еще не встретил, который это... Танцевать, танцевать, бла-бла-бла, бал-бал-бал. Я в рот вас всех ебал. Манать урона. Блин. Прокачка хорошо действует. Поехали, ехали, ехали, ехали. И приехали. Больше каких-то сраных 4 удара. Там еще какой-то предметик есть. Похоже на арену. Пустую. Ворота, и там, скорее всего, босс. Чертов дракон еще. Блин, я так не хочу идти на того дракона. У меня сопротивляемость льду вообще минимальная. Ну, хотя бы я теперь буду вздыхать не с одного удара. Ну, либо с двух, да? Теперь мы будем вздыхать хотя бы с трех. Сколько у нас вначале было? 104, да, урона? Ебать. Заново ползти наверх, ладно. Приползем.
Рейпаузу, мне нужна книга, я хочу бестиарий посмотреть всех врагов, которых мы поубивали, их историю. Как они заражались, из-за чего они стали такими. Короче, тематику противника. Либо просто будет ни хрена, на самом деле, в итоге. 5000. Мне только сюда, мне больше некуда. А, сундук. Лечебная кобура. Отлично. А я думал, будет мимик. Так, ну, в принципе, один уровень я могу взять. Или все-таки забить. Или купить лучшую руду. Не знаю, ладно, 5200, поехали. Не такая уж большая потеря. Ну да. Поясни. На себе он моет. Я даже не знаю, что там снизу. Дыши трубочку. Распусти же ты. Так, там закрыто, там у нас прохода нету, хотя там есть проход. Только я не знаю, как там у гиганту попасть, скорее всего, пока что. Лучше не рисковать, пока не будет двойного прыжка. Так, сейв, хорошо. Либо засейвиться. Давай так, чтобы не рисковать, я пойду там. Отдохну у костра. И пойдем к птичке. А мне кажется, что там около птички что-то будет опасное. Или 8000 лучше засейвить. Да, наверное, пойду засейвлю 8000 этих. 5700 дают за одного такого гнедычащего. Путешествие. Мы телепортнемся. Я заполучу. А, подожди. Руду я хотел купить. На все деньги купить руды. Улучшить оружие, мне не хватает. А, ну, в принципе, купить просто всю руду. О, ни хрена у него руды. Много руды. А если она еще бесконечная? Ну ладно, быстрее заточим оружие. Так, мне же сюда, да? Да. Направо либо направо. Я беру направо. Курс направо. А я забайтил. И легко, 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 изи.
Заебись. Зря пошел. Блин, поскольку она подожди? 3500, да? Была руда. О, туда уже попасть не могу, значит, здесь должен быть двойной прыжок в этой зоне. Либо нет. Налево. Это я пойду ближе. Только что-то блеснуло. Я видел. Я когда зашел, что-то блеснуло. Увидели? Значит, туда опасно идти. Хотя я поднимусь тогда сюда и тут получу двойной прыжок. Я в этом уверен. На процентов 100. Ну ладно, не будем так однозначно, да, говорить. Ну, процентов 200. Тоже много, да? Ого! Ого! Да, видите, по 17 урона. Знакомый босс. Серьезно? Плюс-минус залутал. И 2700 неплохо. 10 тысяч уже снова на руках. А вопрос, как мне отсюда потом выбираться будет? Секреточка, ладно. Ебать, если я сдохну. Позвоночная пила, по-видимому, является продуктом колдовства. Вырезанная из кусочков кости, долго изучалась в Институте науки учебной. Пытались понять источник ее силы и секрет создания. Считается, что она создана из костей развитых хладных, пораженных теневой скверны. Некрукс внутри высвобождает, когда клинок используется в качестве хлыста. Сто 68, 138, 138 тоже. Но здесь даже ловкость не надо. Это если серию из трех, да, сделать? Неплохо.
Ебать, я именно еще и приземлился на эту хрень. Да иди ж ты в жопу. Пошел ты нахрен. Огромный покровитель. А, значит, тогда мы с вами убивали маленького покровителя, да? Как я понял. Понятно. Ух. 17 тысяч у нас. И, походу, я как раз и вышел к сейву. Но хоть что-то радует. 17 тысяч. Я могу пойти купить сразу предметы в сети. Как вам мысль? Как вам такая мысль? Двадцать тысяч на руках. 20, Карл. 20. Я могу просто в натуре защищать этих бобёв. И все. И у нас очень много душ. Смотри, у меня было 20 тысяч, за этот мы получили 3300. То есть здесь хорошая точка с фарма. Потом идем сюда. Сразу это покупаем. Еще валюта. 26 тысяч. Путешествовать. Короче, говоря, по 3000 можно здесь как с куста фармить. Ну сколько тут левелов у меня? А сколько нам сейчас требует? По 5000? Ну, 4 левела я могу себе взять. И у
нее можно еще руду купить. Летящуюся, ненужную. Кстати, возможно, с помощью этой светящейся руды можно этот купить. Как он? Как он, блядь, называется? Ну, вот охрень. Забыл. Магию можно прокачать, скорее всего, с помощью нее. Он улучшает только такую, а скорее всего магия, если вообще магия улучшается. Так, а здесь у нас кто был? Никого. Ага. Ну да, хорошее фарм-место. Можно пофармить неплохо так-то. По 3200. За одного. Так, подожди. А чё я потом наверх поднялся? А, мы пошли направо. Да, точно. Мы пошли с вами направо и все. Ай, 17 урона, ай. Может, у меня есть? Ай, ебай, я понял, что это. Его нет, но он здесь есть. Здоровяк тут. Подождать, пока он в оборотку побежит. Фух. Рискнул, не прогадал. Ну, по сути, я теперь могу всю руду купить. Хватает на всю руду. Ахоха. Как это музыка такая, мелодия пугающая. Я ж отбил. Я же отбил. Твою атаку. Так почему? Да, расходников у нас, короче, до конца игры будет куча и много. Короче, я походу получу не двойной все-таки прыжок, а способность уничтожать вот это дерьмо. А потому что все. Потому что все. Временный сейф, это плохо. Плох-плох, давай же, босс. Священное проклятие. Приятное тепло пламени.
Сколько ни пытайся, слабую душу невозможно усилить. Прими боль, отринь контроль. Никто не должен предавать последнюю веру. Огненный босс. Как я понял, блестящие атаки можно отразить. Отбить. Давай вторую стадию. Она по-любому у нее есть, я в это верю. Ого. И по центру, да, въебёт? Бля, говорит мой чел. Заново сражаться с боссом. Блин, это тупо, когда ты урон вообще не наносишь. Ого, а это такое так и не было раньше. Подожди, ну... Можем попробовать, кстати, этот. Попробуем? Мне нужно на мороз предмет. Ну, хотя бы один нужно попробовать. Ну, плевать. Хрена себе!
Я просто не понял, как поставить заточку. Я испробую ее все равно. Мы знаем, где можно их купить. Сейчас касцена сразу, да, будет. Стартовый урон 119. 119. На 10 урона больше. Ой, блядь! Лох. Блядь, вот это мощная атака. Бля. Да все, я труп. Подожди, а как переключать, блядь, таблетки, вот это все хиетки? Блин. Говнюшка. Говнюшка. А я не знаю, почему я не использовал свою яростную силу. Когда у нее пол этого осталось, ебало. Серьезно, попало. Да, видите, она мне и огнем тогда попала, и сразу эти.
главное под огонь не попадать, хотя у меня сопротивление жопа какая, да? Ай. Ого! 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 А, значит, если бы я прыгаю, она летит вверх. Ну да, видите, ничего сложного. Типа, здесь паттерн атак. Не такой уж быстрый, здесь оскверно уничтожено. И плюс у нас 38 тысяч. Ого, ни хрена себе. Ого. 38 тысяч, ни хрена себе. 30 тысяч за босса. А, то есть оно само уже взялось. А, я не подходил, не брал. Оно автоматически само взялось. Понятно, понятно, понятно. Зачем я эту вообще хрень собираю? Обещание. Какое обещание? Что за обещание? А, уничтожать эти я теперь смогу. Утраченный знак трансцендентности. Запретная сигма, от которой исходит почти осязаемая злобная аура. Тот, кому удастся подчинить себе ее силу, получит доступ к сущности. Некрукса и сможет ускорить процесс сращивания его с организмом. Это рискованный выбор может привести к временному изменению физического процесса в теле человека, высвобождая скрывающегося внутри кровожадного и смертоносного зверя. Утраченный знак трансцендентности. Нажмите Е рядом с зараженными некрусом дверьми, чтобы их уничтожить. Нажмите левый shift, right shift, чтобы превратиться в мощного зверя, на который промежуток времени. Это способность поглощать силу. Нажмите Left Shift Right, чтобы окончить этот эффект в любой момент. Силу, что за сила? Ни хрена себе. Классная вещь. Нет, теперь демон. Теперь понятно, что это за шкала такая. Теперь ясно. Так, у нас было здесь стенку, которую можно уничтожить. И пойди здесь, да? Или нет? Да, нет, да, нет, да, нет. Не помню. Вроде бы нет. А смысл, я не допрыгну. Я упаду. Да.
Понятненько. Значит, это должна быть последняя была способность, которую я должен был взять. Потому что мне придется сейчас тулить обратно пешочком. А либо вот там внизу как раз красненькая где. Потому что, как видите, у меня должна была быть способность по ходу двойного прыжка. Потому что я туда не долечу. Проклятие сожженного. Трагический артефакт, рожденный в пламени. Причиной тому предыдущий владелец, некогда светлая сущность, ныне обиженная и оскверненная. Проклятая энергия витает вокруг зуба, постепенно поглощая носящего. Он издает звук, напоминающий крик о помощи, и призывает огонь, сжигающий всех, кто пытается его контролировать. Короче, вред магии. Давай сначала попробуем тогда этот. Понятно. Я думал, будет меня еще дамажить. Но огонь горит, кстати, долго. Запускает огненный шар, призывающий дополнительный огненный сгусток при контакте. Разум А. Неплохо. Неплохой предмет. Ну да, вон я. Какой противник и восполняется шкала это. А, ни хрена, оно запрещает мне делать перекат. Что это такое за хрень? Ебать, какого черта мы пришли с вами? Я туда не могу дойти до сейва. Мне нужно бежать вот таким вот путем. Не гоните. Серьезно? Пизда. Я хуею. Вы сейчас мне серьезно это говорите? Я не могу выбраться отсюда. Потому что разработчик-идиот поставил, блядь, корни. Забыл поставить корни. У меня сейчас на руках 41 тысяча, с которой я мог просто просрать. Я ебал. Все это... У меня еще 4 хилки осталось. Всего лишь, блядь...
Вот, есть еще какой-то проход. Фух, если бы мне сейчас задел, было бы плохо. Очарованная кровавой луны. Уникальная чара, используемая для поддержки носителя шепотом божественной силы знаний, и использование такой силы излучает звездорожденный в течение многих лет. И как говорят, она была тайно получена от мощи тех, кто претендует на божественность над миром. Это, кажется, уже было, да? Это чары, наконец-то. Новые чары. Урон от крови, защита крови, сопротивление кровотечению. Будет, ладно. Не. Смогу теперь уже все камни искупить, которые захочу. За такие бабки. Конечно, вернуться не могу. Даже не скажешь, что это полбеды. Серьезно, блядь. Здесь почти трешку нафармил. Я не знаю, но там зачем такой делать проход, который я понимаю, что я там не смогу пройти. Сейв зона. 48 тысяч. Ебанись. Путешествие. Купить материалы, оставшиеся, что продаются. Остальное вкинуть в уровни. Ну все, остальное в уровни. В уровне мы вкинем, но где-то на уровне... Пять должно хватить. 7 уровней можно поднять, нихера себе. О! Ой, ебай. А с каких пор у нас урон стал прибавляться? Хорошо прибавляться. Плюс 2. Плюс 3. Плюс 2. Плюс 2. Нихера. Просто один впустую, и вот почему он 55 скачал. Хотя мог все уровни бы просто в хп вкинуть. Ну, блин, если мне предлагают плюс столько урона, почему бы нет?
Ну что, как бы... Или пойти убить дракона еще того. Ледяных. Давайте хотя бы попробуем. Потому что, походу, мы должны были сюда пойти, прежде чем идти туда. Не, ну аж, в принципе, а что нам? Подожди, а чё, мне только 8 хилок? Бля, только не говори, что у меня эти закончились. Серьезно? Бля, прикинь. Хилок больше нету. Распродали. Первое сердце мое спокойно. Конец Ладак неминуем. После того, что он, после всего, что он сделал. Ведь предмет. А с херали теперь по 80, алло. Ты продавала их по 50. Чё они дороже стали? Пойму. Блин, но у меня получается на 4 попытки есть путешествовать. Я не знаю, ну типа я могу пойти сейчас сразу на босса, потому что мы уже его встречали, мы его видели на 2-часовом забеге. Я просто сейчас попытаюсь с ним сразиться. Убью, убью. Нет, нет. Хрена себе. Хрена себе. Так, а Кассена сразу, да, идет? Нет. У меня оружие сейчас потухнет. Ни хрена.
Понятно. Хотя не такой же большой. Такая же большая разница. Я бы его сейчас убил. Левое оружие, предмет вверх-вниз. Ага, троечка. Так, давай предмет. Мне надо кусок маны. Я, блядь, я просто сделал ошибку. Около двери безопасная зона. Хороший старт. Живем. О, ебать. Пошел нахрен. Говорю, калидная.
Все, мы отомстили. Полярный клинок Лигарда. Клинок, изогнутый из уникального сплава зверной пыли. Любое оружие жителей никогда увеличенной крепости. Ходят слухи, что его стены манили к Нова Эларис. Сейчас же она лежит в руинах. Этот клинок используется в небесных ритуалах, позволяя мастеру силы звездной пыли раскрыть ее секрет. Для этого его нужно было всадить в голову проклятой твари. Бля, подожди, я что, свои души предыдущие не забрал? ДДЦ. А, вот он. Ну, такое. Ты еще всего лишь. Подожди, я думал мне это. Ну ладно, зато мы отомстили. Очарование полной луны. Уникальный чар используется для поддержки носителя шепотом. Божественная сила, знак и использует такую силу, бла-бла над миром. Урон от холода, защита от холода, сопротивление морозам. Ясно. Короче, это не обязательно босс из легенд. Мое дело было отомстить этой твари. Потому что сколько раз он меня убил. На двухчасовой серии. Много. Да, видите, там от этих шаров можно спрятаться в специальном месте. Уютное место. Просто стоишь там, да и все. И шарики отражаются, они до тебя не долетают. Такой абьюз. Абьюз. Ну, абьюз. Хотя я мог босса того оставить, но я бы все равно на него, понимаете, пришел бы. Какая разница? Высоте уровень. Какая чертова разница? Мороз, защита 40. Все. Все. На этом мы заканчиваем. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, всем пока.